Всем привет, это Марина, погода за окном супер, поэтому мы снова едем в Аризону. Вот такой вот будет купальник сегодня на мне, может быть, кто-то его уже видел у меня в Инстаграм. Ну, собственно, наверное, еще увидите в этом видео, как оно мне сидит. Это какая-то польская марка Gabbiana, я раньше не сталкивалась, ну, посмотрим, как будет носиться. А тут у него такая брошка в виде сердечка, его можно снять, кому не нравится. В прошлый раз я не показывала, что брала из солнцезащитных средств, поэтому в этот раз справляюсь и беру вот таких вот 4 средства с собой. Первое это Sun Energy Pantenol SPF 50. Вообще это средство для лица, но мне кажется, что оно уже не совсем хорошее, и я его буду использовать для тела. А также вот такой вот Garnier масло SPF 30, идеальный загар оно называется. Вот, несмотря на то, что это масло, имеет очень высокую степень защиты и оснащено таким вот распылителем. Очень удобно для нанесения масла. А вообще средства от Garnier для загара мне очень нравятся, они меня радуют. Наверное, из масс-маркета это самое лучшее средство. Ну, в общем-то, это самое... Такое, что больше всего мне нравится из дешевых средств. Что-то наговорила, такое непонятное. Вот. И вот такое вот еще средство из Ашана. Степень защиты 22. Какой-то фирмы тут на нем не написано. В общем, никак оно не называется. Просто молочко спрей для засмаги. Это для загара, если кто-то по-украински не понимает. Вот. Ну, собственно, вот это вот Garnier, оно просто заканчивается. Как бы это на смену будет пока что. Вот, и на всякий случай беру сразу после загара с собой вот этот вот Garnier. Он там с чем-то таким интересным, с кактусом, да, с экстрактом кактуса. Обалденный просто запах у него, очень нравится. Я думаю, что я его, наверное, буду всегда покупать. Ну, пока этого у меня там еще где-то половина. Я сейчас покажу. Забыла взять вот такой вот Биокон Пантенол Актив, детская пенка после загара. Ну, дети это мы с мужем, видимо. Хорошая вещь тоже, если вдруг случится солнечный ожог. Хорошо наносить эту пенку, она успокаивает. У нее вот такой вот здесь пенообразователь. Я думаю, что в эту бутылку потом чего-нибудь еще другое налью, когда она закончится. Вот, все в дело. We'll be right back.